Утром солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Улыбайся, Шишкин лес. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте. Друзья, догадайтесь, зачем я сегодня принес вот эту коробочку? Так. А, Шунь, я знаю. Фокусы показывать. Да, фокусы показывать. Ну, к фокусам некоторое отношение она, конечно, имеет, но самое-то главное. Главное? О, Шуня, мы же забыли, что сегодня будет физкультура для ума. Точно забыли. Ну что, готовы ли вы потренировать свой ум? Да, конечно, готовы! Готовы! Другого ответа я и не ожидал. Загадки кружатся вокруг, одна другой хитрей. Сумей, попробуй разгадать. Легко сказать, сумей! Но если ум тренировать, смекалку подключить, тогда любую из задач сумеете решить. Вперед! Любую из задач сумеем мы решить. Итак, начинаем тренировку. Первая загадка как раз про такую вот коробочку. Смотрите, знаменитый фокусник сказал своим зрителям, что он поставит коробочку в центре комнаты, ну вот как раз приблизительно центр комнаты, и вползет в нее. Как он это сделает? Написал Ваня Ванюшин из Уфы. Да никак. Фокусник большой, а коробочка маленькая. Да, даже я не смогу в эту коробочку вползти. И я не смогу. Да? Фокусник пошутил. Конечно. Нет, это не шутка. В нее в коробочку? Или в нее в комнату? Вот в чем вопрос. Именно в этом. А, нет, в коробочку фокуснику не вползти, а вот в комнату запросто. Я сейчас покажу. Вот смотрите. Я ползу, а коробочка вот стоит на столе, она тут ни при чем. А, ну вот, видите, молодец, Зубов. Ванина загадка на смекалку решена, она отлично. Ну, а теперь следующая загадка. Ника Седова из Твери написала. Чем больше из нее берешь, тем больше она становится. Что это? Какая-то неправильная загадка. Вот, например, чем больше я беру конфету Шуни, тем меньше конфет у нее остается. Да. Но только в загадке-то сказано, чем больше из нее берешь, а не у кого-то. Ну, какая разница? Чем больше я беру конфет, например, из вазы, тем меньше их там остается. Ну да, разницы нет, дядя Юра. Ой, а если смекалку подключить, а конфеты как раз отключить, а то у вас на уме, по-моему, одни конфеты, что тогда выйдет? Ну, выйдет. Тогда выходит, что непонятно, кто же она. А в загадке спрашивается не кто она, а что это? Значит, Зубок, это она не живая. Ой, ну да. Трудную загадку нам Ника прислала. Мы сдаемся. Сдаемся, дядя Юр. Да. Ну что, совсем-совсем никаких мыслей? Никаких. Ну, тогда придется немножко подсказать. Так. Шунечка. Да. Я знаю, что ты сегодня цветы пересаживала. Да, я помогал. А, значит, вы оба пересаживали. Да. Прекрасно. Очень хорошо, что помогаете друг другу. А где землю брали? Из ямы. Она около дома. И что из этого? А то самое. Я, кажется, догадался. Так. Может, ответ на загадку Ники – яма? Молодцы. Чем больше из ямы мы земли берем,
тем больше яма становится. Здорово! Теперь решаем ребус. А его прислала нам Агния Смирнова из Астрахани. А, ну и, кстати говоря, он тоже имеет некоторое отношение к пересадке цветов. Смотрите, буква О, а ниже буква Л. Так-так-так, две буквы О и Л. Интересно, а какое эти буквы имеют отношение к пересадке цветов, а? Потом поймете. А вы сейчас обратите внимание на расположение букв. Так, под буквой О находится буква Л. Значит, выходит под О, Л, под О. Выходит, подол, я все понял. Шуня, ты испачкала подол своего платья, помнишь? Угу. Когда пересаживала цветы. Да, и расстроилась. Ну надо же, подол моего платья в ребус попал. Ну, да. И как Агния об этом узнала? О, это еще одна загадка. Угу. Но, думаю, сами мы вряд ли ее разгадаем. Да. Поэтому, Агния, ждем твоего письма с ответом на вопрос Шунечки. Угу. Наш адрес 109-147, Москва, улица Марксистская, дом 34, корпус 7, телеканал «Радость моя». С пометкой обязательно «Шишкин лес. Физкультура для ума». Присылайте нам еще письма с загадками. А мы их разгадаем. А, кстати говоря, свои загадки, ребусы, шарады можете оставлять на нашем сайте радостьмоя.ру. Ждем. До свидания, мальчики и девочки. До свидания, ребята. И ангела вам, хранителя. Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулось облакам, новый день приходит к нам.